Тимур Бекмамбетов, занятый на проекте «Бен-Гур», остался без премьеры. Историческая картина, являющаяся ремейком одноименного фильма 59 года, должна была выйти в мировой прокат ближе к концу года. Однако студия, занимающаяся созданием ленты, решила перенести дату релиза. Как сообщают наши российские коллеги, выпускать блокбастер перед Новым годом кинематографисты решили нецелесообразным, поэтому ждать «Бен-Гур» в ближайшее время не стоит. Теперь предполагаемой датой релиза является 12 августа следующего года. Можем предположить, что историческая эпопея может стать одним из хитов грядущего лета, что повысит ее шансы на заветную статуэтку от киноакадемии. Отметим, что оригинальная лента «Бен-Гур» в свое время получила целых 11 «Оскаров». Посмотрим, удастся ли нашему соотечественнику побить этот показатель.